Юбилейная выставка художника Сергея Кирко открылась в Гродно. Она называется «В поисках равновесия». Однако, как признается сам живописец, за свои 50 это равновесие он пока не нашел. Автор ищет баланс в ярких и сочных пятнах своих полотен. И хотя его произведение тяготеет к абстрактному искусству, посыл и сюжет будут понятны каждому. К слову, никаких заявлений и манифестов в своих картинах художник не высказывает. Только искусство ради искусства. Вдохновение черпает в простых бытовых историях. Добавляем яркости своей кистью и оставляя простор воображению зрителя. За плечами художника три персональных выставки, множество совместных работ, участие и организация пленэров. Наверное, любой зритель увидит свою историю, придумает свою историю, там вспомнит, может быть, свое что-то. Понимаете, важнее, наверное, все-таки не что я хотел передать, а что почувствует зритель перед работой. Это правильнее.